Ну, мы, дорогие мои, начинаем нашу смехоэнергию, смехопрокачку. И потянулись все, сделали вдох с удовольствием, с радостью. Вдох животиком, да, доброе утро. И друг друга вот так похлопали. Еще раз бодрое волшебное утро. Широко-широко ручки раскрываем, как будто весь мир обнимаем. И похлопали себя, прохлопали. Еще раз волшебного доброго. Вот столько радости. Вот такого отличного, чудесного дня. И похлопали, похлопали. И давайте возьмем водичку. Водичку. Ну, мы знаем, что водичка, она имеет структуру. И мы тоже состоим большей частью из воды, поэтому что мы говорим, так мы себя и программируем, и структурируем. И научно Масара Япона, Масара Эмото из Японии, это доказал, да, когда мы говорим какие-то хорошие, добрые слова, то вода структурирована, поэтому говорим. Я желаю тебе счастья и здоровья, друзья, каждому окошке открывайте, чтобы вам вся эта энергия приходит. Только смеха на окошке. Лариса, пусть выключит все микрофоны, вас не слышно совсем, кто что говорит. Ребята, выключите, пожалуйста, включите камеры, а микрофоны выключите, хорошо? Да будет так. Я чего-то позвонила, да, нечаянно, наверное. Да, друзья, потому что, ну, несколько человек сказали, что им не слышно инструкции, потому что многие смеются, просто смеются. Но, знаете, друзья, если вот вы хотите просто смеяться, это вот на смехозарядку. Там вот просто включаете и ха-ха-ха-ха-ха-ха, да? Вот просто смеяться. А йога смеха – это тренировка. Поэтому здесь есть тренер, здесь есть инструкции, здесь есть задания, которые нужно выполнять. Поэтому есть умение говорить, есть умение слушать и есть умение смеяться. Поэтому, друзья, все делаем, выключаем сейчас пока. Хорошо? Микрофоны. А вот в конце, когда будем смеяться, вы можете уже все включить. Хорошо? Ну, вот такая была просьба. И я благодарю всех. Вот вчера мне пересылали различные пожелания. Пишите мне в личку, мой телефон же у вас есть, йоги смеха, да. Пишите мне, пожалуйста, в личку все свои достижения, все свои пожелания, что у вас как получается. Я хочу тоже за вас радоваться, потому что я, как ваш тренер, неравнодушна к вашим результатам. Хорошо? И, конечно, приглашайте гостей. Хорошо. И продолжаем пить водичку. И я желаю тебе отличного настроения на весь день, да! Да! Я лидер-победитель, да! Да! У меня бодрость духа, души и тела, да! Да! Мое тело, скажем, днем молодеет, да! Да. У меня отлично работают все органы, сердце, желудок, почки, селезенки, печенка. Да. Все в моем организме работает. Печень, я почка, мега лидер победитель. Да. Голова, сердце, ноги, все. Да. Гульнара, отключите, пожалуйста, микрофончик. Будьте добры, Лариса попросила отключить микрофон. Да, друзья, потому что бывает такое, что накладки идут и не слышно, что говорю, да? Хорошо. Ну, еще раз, за здравие, за все самое доброе и хорошее. А кто у нас сегодня облился? Я уже, видите, волосы мокрые, но мы с вами сегодня обольемся метафизически, а после зарядки вы пойдете сделать это вживую. Хорошо? Хорошо, молодцы. Ну и немножечко о йоге смеха. Если здесь есть те, кто первый раз, есть здесь те, кто первый раз? Друзья, приглашайте, приглашайте. Это наша задача. Мы ведь способствуем укреплению мира во всем мире, да, здоровью человека. Поэтому
Не случайно Владимир Довган это упражнение поставил самым первым. Оно раскрывает двери ко всем остальным. Да, есть классно еще жемчужины, но если первое упражнение не пройдешь, если не будешь в ресурсном состоянии, то все остальное не зайдет. Понимаете? Поэтому каждый день, чтобы мы были в бодрости духа, души и тела, сильно, вот это очень важно. И йога смеха, вы видели, я вчера поставила и про сахарный диабет. То есть йога смеха укрепляет и сердечную мышцу. Йога смеха, она вытягивает человека порой из самых-самых сложных заболеваний, когда уже врачи просто разводят руками, но человек выздоравливает. Кто не смотрел или не знает, про Нормана Казинца, обязательно посмотрите. Он написал книгу «Человек, рассмешивший смерть». Вот этим все сказано. Поэтому йога смеха – это кровообращение. Йога смеха – это поступление кислорода к различным нашим органам. Кислород – это номер один для жизнедеятельности человека. И поэтому йога смеха – это не просто смехозарядка, а мы здесь уделяем внимание именно поступлению кислорода к органам, то есть дыханию. Йога – это дыхание. Поэтому выполняем все правильно, да, и давайте вспомним наши правила. И первое, мы дышим животом. То есть обычно человек, когда делает вдох, он делает вот так, а мы делаем вдох через живот. Вот так, делаем вдох через нос. С выдохом мы делаем звук. То есть звук может быть голосовой, откашливание, смех, да, все что угодно. Еще раз вдох. Хорошо, сейчас станем на носочки, вдох и задержим дыхание, вдох. Улыбочки мы обязательно одеваем, да, это тоже важное-важное правило. Вдох животиком, улыбочки обязательно. И сейчас растаем, как мороженое с выдохом. Молодцы, еще раз вдох. Задержали, стоим на носочках, потянулись вверх. И на выдохе лошадку делаем. Еще раз вдох и лошадку со звуком сделаем. Вдох. Расслабили все губки, да, у всех получилось. Если получилось, значит, все хорошо. У кого не получается, значит, какие-то блоки, значит, больше улыбаемся, больше тренируем наш речевой аппарат. И здесь помогают и дыхательные практики, и голосовые, и скороговорки, и, конечно же, смех. И смех здесь как инструмент. Неважно, смешно тебе или не смешно, но смех у нас здесь именно как инструмент. Кто скажет, какие еще инструменты есть в йоге смеха? Их три основных инструмента, к которым мы присоединяем вот эти правила, да? И правила мы уже сказали, одно из правил – это вдох мы делаем через живот, на выдохе у нас животик втягивается, да? Мы сказали еще одно правило, что мы одеваем улыбочку, да? Рот до ушей, хоть завязочки при шее. Следующее правило, ну да, скажите, камеры выключили, скажи правило, да, не все успевают так быстро, да, ориентироваться. Следующее правило – это широко открываем рот, победоносно, и смеемся громко. И все это ради самого главного, это ради дыхания, то есть чтобы выдох был длинный, и чтобы из нас выходило все ненужное при выдохе, да. Это правило касается и кашля, когда отходит мокрота, отходит слизь, отходит все ненужное, мы оздоравливаемся, особенно те, кто часто болеет простудными, кто пережил там ковид, туберкулез и тому подобное. Но даже когда мы поспали, все равно нужно откашляться, тоже очень важно. И эти же правила, улыбка, громко, широко открыв рот, дыхание животом, длинный выдох, подходят и к третьему инструменту, это когда мы произносим голосовые упражнения, то есть это звукотерапия. Звукотерапия, когда наш голос входит в резонанс со всеми нашими органами. И у нас занятие от 40 минут, мы еще объяснение включаем, но самое главное, чтобы вы потом в течение дня обращали на это внимание. То есть захотели откашлять, захотели пойте, то вдох делайте через живот, делайте с улыбкой, да, и длинный выход, выдох, хорошо? Так, и, ну и сейчас мы с вами вот это все прорепетируем. Давайте, и мы берем наши смехоснежки, давайте возьмем такие смехоснежочки, да, и на них очень весело смотреть, да, подмигните этому, и делаем вдох, животик, и громко,
То есть, заметьте, звука нет, голос закончился, а мы бесшумно выдыхаем. И вот знаете, если кто-то из вас на работе и не может громко смеяться, то неважно, вы можете смеяться тогда вот так вот шепотом, но главное, чтобы был выдох вот такой длинный. Угу. Еще раз вдох. И тело в дело. Вот прям смеемся, пока задыхаться не начинаем, да? И еще раз вдох. И... О, хорошо, молодцы. А сейчас мы потянемся, потянемся наверх и будем что-то срывать. И тянемся, 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 стали на носочки. Держим равновесие, позвоночек вытягивается, хорошо, хорошо, тянемся. И... О, а это смеха виноград. И откусываем и смеемся. И, друзья, когда вы действительно кушаете, знаете, что нужно говорить только доброе, хорошее, когда вы готовите, потому что пища наша состоит из воды, да? Поэтому, когда вы кушаете фрукты, вот тоже улыбайтесь, тоже заряжайте еду только положительными эмоциями. И еще раз потянемся, тянемся, 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 тянемся. И о, что это такое? Слива! И потянулись третий раз. Тянемся, тянемся, тянемся. Ой, что же сейчас мы сорвем с волшебной ветки? Лимон. Хорошо, молодцы. И берем смехомочалочку. Давайте себя хорошо разотрем, да. Разотрем, запустим кровообращение. И когда растираем, мы тоже смеемся, да. Мы все подкрепляем положительными эмоциями. Вот так все хорошо, хорошо. Растираем головочку нашу, да. Вот, хорошо, кровообращение запускаем, да. Мозг у нас пластичный, мозг у нас креативный, талантливый, гибкий. Вот так массируем, да, да. Посыпали эндорфинчиков, гормонов радости, серотонинчиков. Посыпали, да, счастьем, радостью. О, хорошо, ты замешиваешь. О, как хорошо, жизнь прекрасна, там, где мы всегда классно, скажи, да. Ушки наши растираем, растираем хорошо. На гармошке поиграли. Вот все точечки проминаем. Вверх на прищепочке себя. Вот так, вот так. И вниз потянули, потянули. Ой, какая умница, красавица, да. Я... Гульнара, выключите телефон, звук, Гульнара. Да, давайте. Обещал, да. Гульнара, просьба выключить звук. Растерли под мышками. Да, вот здесь хорошо растираем, чтобы никаких залежей ненужных не было. Запускаем везде кровообращение. И хорошо промяли, промяли, хорошо, хорошо спинку. Вот так, чтобы у нас холочки не было, хорошо, хорошо, вот так, чтобы
Не болели плечи, не болели руки. Это все зачастую связано именно со спиной. И попростукивали, и говорим, уходит холка, уходят все ненужные залежи, жиры. Наша спинка стройная, наша спинка здоровая, да? Мой позвоночек молодой, потянулись, потянулись. Да, вытягиваемся, стройно, как березки. Мой позвоночек здоровый, мой позвоночек молодой. Моя спина красивая, моя спина здоровая, да. И немножко так поразворачивались. Поразворачивались, хорошо. И локоточек взяли и вот так потянули, потянули. Хорошо, другой локоточек. Так, молодцы. Плечо покрутили. Другое. Выключите у кого-то микрофон там включен. Вот так, плечо вперед Гульнара, прут назад. за к вам. Другое плечо Гульнара, назад. выключите, королева, микрофон. Руки вперед. И скрестили, взяли ладошки. И насколько можете вывернуть. Кто может вот так, кто может вот так, кто может полностью. И назад. И поменяли. Другая ладошка сверху. И потянули. Назад. Хорошо, молодцы. Ручки в стороны. Тянемся к пальчикам. Стороны. Другая ручка сверху. Стороны. Тянемся. Стороны. И тянемся. Вот у кого далеко, просто пальчиками ближе, ближе. Локоточки старайтесь вот так подальше. Распрямлять полностью пальчиками. Ползем, ползем. И каждый день у вас будет ближе, и ближе, и ближе, и ближе. Угу. Взяли вот так, чтобы лопаточками монетку можно было держать. Вот так кулачок. Вывернули. И наверх. Ручки прокачиваем, прокачиваем. О! Ну, давайте вашу волну сделаем. Очень хорошее упражнение тоже для позвоночника. И смеемся. А я вам секрет открою. Знаете, что Ирина Кулинченко сейчас делает в море? Да, она сейчас в Сочи находится, плавает в море. Знаете, что делает? Смеется. Знакомится с людьми в море. И боковая волна. Клеточкой давайте немножко поработаем. Таз на месте. У нас работает только грудная клетка. Если не получается, делайте по точкам. А потом точки уже соединяем в кружок. Так. И в другую сторону тоже. Вначале точки, а бедра зафиксировали, то есть они у нас на месте. И только вот. Так. Спина – это очень важно. Спина – это стержень. Наш стержень, который соединяет нас как ось с землей и небесным Wi-Fi. Поэтому спина должна быть обязательно у нас гибкая, чтобы мы по жизни были гибкими, креативными, компромиссными. Вот, поэтому спина это вот стержень всего. Вот так прокачиваемся. Это стержень нашей осанки. С больной спиной сложно, да, держать хорошую осанку, походку. Поэтому, ребята, обязательно делаем упражнения. Конечно, их много разных. Давайте разотрем ладошки. Но на осанку обязательно важно делать. Так, хорошо. Кулачки пожимаем. И теперь повесили на локоть. И вот так. Вот такой пропеллер заводим и смеемся. В другую сторону. А теперь одну в эту сторону, а другую в эту. И да, вот это уже идет правое-левое полушарие.
каждый в своем темпе, главное, чтобы получалось. И теперь так, это вперед, это назад, да? И поехали! Вот, друзья, если у кого-то сложности с пальчиковой гимнастикой, смотрите, это ваша какая-то консервативность. То есть для того, чтобы мы немножечко выходили за рамки нашего мышления, нужно развивать вот именно право-лево полушарие. Кушайте левой рукой, ходите новыми путями. Выбирайте новых, там, не знаю, на маникюр ходите, идите к другим. Делайте то, что вы не привыкли, делайте не то, что вчера. Если вы вот, а я так привыкла, все, это... Я так делаю, потому что мне так удобно, я так привыкла. Это не есть хорошо. Так говорил мой папа, которому было 96 лет, да? Поэтому да, мы гибкие, и мы ходим новыми путями, мы знакомимся с разными людьми, да? И мы гибко, мы столько ходов видим, да, как в шашках, как в шахматах. Угу. Так, но сейчас мы с вами будем метафизически обливаться, да, давайте, у нас ведро заряжено, да, лучше, если вы его вообще с вечера набираете, чтобы хлорка выветрилась, она 2 часа выветривается, если есть возможность, выставляйте заряжаться на воздух, потому что структурируется звездами, воздухом, птицами, да, и поднимаем это ведро, поднимаем, поднимаем, говорим, я желаю всем здоровья и счастья, я желаю всем счастья и здоровья, я желаю всем здравия и счастья. Выливаем и смеемся. И... И наша считалочка международная. И хорошо, хорошо, хлопаем, у нас денежки прилипают к ладошкам. И хо-хо, выше, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, шире ладошки, ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, лучший день. А теперь сделали кулачок и ручку поставили. Раз, и поменяли. Два, раз, два. И смеемся, и делаем. А я иду, шагаю по Москве. Тра-тай, тра-та-та-та. У всех получается. Хорошо. Теперь вот так ручку. Здесь ладонь, а здесь кулачок. И поменяли. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два, с ножки на ножку, раз, пританцовываем, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь наоборот, здесь выпрямилась, здесь кулачок. Раз, два, раз, два, внизу кулачок, вверху выпрямлено, два, раз, два, раз, два, раз, два, заносик и раз, поменяем, два. Хлопок добавляем. А теперь раз, два, раз, два. Хорошо, молодцы. А сейчас мы пойдем с вами гулять. И тянем, какую-то одежду мы с вами найдем. И в шкаф тянемся, тянемся, тянемся. Что же мы такое вытянем? Что же мы такое вытянем? О, вытянули простынь. Надеваем и превращаемся в привидение. Бегаем друг друга, пугаем. А сейчас будем бегать вот в простынях. И кто кого поймает, тот того обнимает, смеется. Потом бросаем и бежим, нового ловим. И... Полетели дальше, полетели. Полетели. Полетели еще.
Молодцы, молодцы. А сейчас мы с вами идем на дискотеку. И знаете, у каждого будет своя музыка. И каждый выполняет свои движения. Хорошо? Одеваем парики яркие. И сейчас каждый из нас танцует под свою музыку, какую хочет, хорошо? Какая вам нравится. И импровизируем. И смеемся, конечно. Включить звук. Да, мы сегодня меньше голосовых попоем, но ничего, давайте больше потанцуем. Да, включаем и смеемся. И тело наше само танцует, что хотите, оно придумывает, да, оно творческое, оно гибкое, оно пластичное, да. И можно знакомое наше упражнение уже добавлять, да. Вот так, позвоночек. Попрыгали. А сейчас мы делаем выдох. Давайте АО, АО, УЭ. Хорошо, вдох. АО, УЭ. Вдох, вдох. Еще раз вдох, счастье, радости. Выдыхаем любовь и благодарность. Молодцы, хорошо, хорошо, да. И сейчас мы букву И будем чередовать, хорошо? Приготовились, вдох, животик. И сейчас так и посмеемся, чтобы у нас были и. Хорошо. А теперь давайте с вами споем букву Э. Дайте стаккато. Стаккато – это отрывисто. И вдох. Отрывисто, 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 а потом уже тянем и смеемся. Вдох. Все это на одном выдохе. На одном выдохе, то есть мы не берем придыхание. Хорошо? А теперь я споем. Я. Хорошо? И на одном выдохе все. Вдох. Я. Голод может переходить в смех. Главное, чтобы это было на одном выдохе. Давайте немножко подкашливаемся. Хорошо. И еще вдох.
Кто молодец? Я молодец, да! Ну и сейчас, друзья, можно сесть на стульчике, можете, как кому хочется, как кому удобно. И мы смеемся на все буквы. Приготовились? Вдох. И я. Включаем, включаем микрофон.